Йоу-йоу-йоу, бро, я пригнал! Заходи. Ребят, у вас все нормально? Да, да, все круто. Ага, да, слушай, а ты это, ты к нам надолго? Завтра уезжаю. А вы что в костюмах-то? Да, слушай, приболели чуток. Надеюсь, не этим, не коронавирусом. А то сейчас совсем болеет. Да не, не. Жек, а ты что такой напряженный? Это же я, Хан. Братан, дайте обниму. Жека! Ну ты чего? Я сейчас. Сейчас вернусь. Допил? Да. Че, не скучали без меня? Ребят, точно все нормально? Если я вас напрягаю, давайте я лучше в гостиницу поеду переночую. Да не, бро, ты чё, всё чётко. Мы же с первого класса кореша. А можно, пожалуйста, с тобой поговорить? Да, да. Бро, 5 сек. 5 сек. Чё? Пусть гостиницу валит, он же сам предложил. Да он мой кореш. И это я его в гости позвал. Неудобно. И что теперь делать? Чё собирались, то и делать. Чтобы не показаться негостеприимными мудаками, мы решили тебе постелить у нас в спальне. Вот. Блин, Жень, что это за херня? Ты что думаешь, если я азиат, то обязательно болен этим коронавирусом? Я вообще-то в Самаре живу, Жень. Мы же с тобой с первого класса дружим. Ты матушку мою знаешь. Помнишь, как мы на даче сливы воровали, а за нами дед гнался, солью стрелял и в тебя попал, помнишь? А помнишь, как мы с тобой за Ленкой ухаживали в 3-м классе? Сперва ты, потом я. Хорошо там было, помнишь как? Братан, ты что думаешь, что после 25 лет дружбы я бы тебе не сказал, если бы я был чем-то болен? Прости. Прости, Ром, дико неудобно. Конечно, ты бы мне сказал. Извини, что засомневался. Ты ж мне как брат. Почему как? Ты мне брат. Вот ты пи***. Да это слюной подавился. Да пошел ты.